Здравствуйте, друзья! В этом году Дедушка Мороз меня радует и радует. Еще вот такой у меня подарок. Это мини-снегоход, называется Пегас или Бурлак, родной брат. В принципе, их практически не отличить друг от друга. Сейчас, к сожалению, их уже с производства сняли и не выпускают. Но для рыбалки это просто идеальный снегоход. Он маленький, разбирается на три части, очень удобный в перевозке, практически в любую легковую машину влазит в багажник и никаких неудобств не доставляет. Конечно, сейчас выпускают новые мотобуксировщики под названием «Бурлак Егерь». Начинается он там мини, от 130 тысяч, он вроде как неразборный. Конечно, ни в одну машину он, скорее всего, в легковую точно не войдет, потому что у него очень большая сама конструкция. Этот вот на три части разобрался, приехал, собрал, все, поехал. Просто идеально было. По качеству, в принципе, идеальная гусянка. Внутри также не все очень страшно. Корпус неудачный, ну что делать. Сейчас попробую его собрать. Первая моя сборка, ни разу еще не собирал. При проверке, когда покупал, проехал на нем, разобрали его, сложили в машину, и все, так я его увез. Снегоход очень легкий, в принципе, вот это весит 30 килограмм. Гусеница также. Make sure it sound right, boys. We'll be right back.
Что ж, братцы, вот такой замечательный трактор у меня появился для рыбалки. Всем удачи, друзья. До новых видео. Живем дальше. Всем пока.